Смотрите, друзья, еще завезли вот такую вот очень известную колбасу тихоокеанская. Она у нас продается в обычных магазинах, только палка в два раза меньше. И стоит примерно так же, как здесь одна вот эта большая. Уже была похожая здесь колбаса, тоже от Ратимира. Очень хорошая, я покупал. Георгиевская вроде. 344,90 за килограмм, категория Б. Друзья, также недавно завезли селедь. Смотрите, что нашел. Можно селедку купить всего за 30 рублей. Но, правда, она маленькая. Это картинка сверху, если что, нарисована. Ее так и не ощущается. Или не картинка? Непонятно. Нет, это не картинка. Или картинка? Непонятно. Здесь видно, что картинка, а здесь вот непонятно как-то. 30 рублей за одну штучку. Есть 49 и больше. Гранд Мари производитель. Цена за килограмм 176,90. Ну вот за 30 рублей, конечно, я прям удивился. Смотрите, друзья, снова завезли новое постельное белье. Сейчас покажу новинку. Вот это вот пекарь двухспальная. Есть всякие разные. Есть вот такой вариант. Такой же. Что, только один, что ли? А, нет, вот есть другой вариант, смотрите. То есть надо копаться, я так понимаю. Есть, смотрите, это двухспальная, 1519,90. Есть вот полутораспальная, Бязь, 896,90. Это вот такое вот, да? Да, это вот Бязь. Оно по размеру, как и двухспальная. Написано, что полуторка. Но есть, смотрите, еще и двухспальная, 639,90. Есть даже полутораспальная, 547,90. Так, это вот это вот, я так понимаю, полутораспальная за 500 рублей. Ну, уже упаковка соответствует цене. И двухспальная, это сатин. Это вот такое вот. Есть, кстати, всякие разные тоже. Такие. Вот такие. 639,90, двухспальная. Смотрите, друзья, снова завезли много разных сарделек. Категория B, 1 килограмм, 193,90. Мясной ряд, сардельки сочные, 8 сарделек. Ну, выглядят неплохо. И вот еще за 140,90. Здесь уже сарделек немного поменьше, но 10 штук. Тоже вес 1 килограмм, 1, да, 1 килограмм, категория B, 140,90. Смотрите, друзья, завезли еще такую вот свинину европейская. Свинина европейская, да, категория B. Вот так вот выглядит. Видно какие-то прожилки сала. Но выглядит достаточно неплохо, на самом деле. Видно мясо. Розовенькое такое, приятное. В среднем один кусочек выходит на 140 рублей. Вот 140-141. Я так понимаю, можно найти плюс-минус, больше-меньше. 285,90 рублей за килограмм, категория. Смотрите, друзья, завезли еще такую творожную массу, сластена со вкусом ванили. Молокосодержащий продукт, выработан по технологии творога, заменителем молочного жира, сладкий. Дата изготовления 16.02, срок годности у него... Так, а где пишется срок годности-то? А, где-то с этого боку, наверное. Вот, друзья, нашел срок годности 30 суток. Такая сластена, 59 рублей 90 копеек, 0,5 килограмма. Полкилограмма, то есть.